Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня подвел итоги года во время большой пресс-конференции. В этом году она была совмещена с прямой линией. Масштабное мероприятие прошло впервые за последние два года и стало юбилейным 20-м прямым эфиром с гражданами. Какие вопросы прозвучали и что на них ответил президент в нашем сюжете. Пресс-конференция Владимира Путина в этом году продлилась 4 часа 4 минуты. Он ответил на 67 вопросов. В этом году задать их президенту можно было по телефону с помощью СМС и социальных сетей. Владимир Путин подвел итоги года. Мероприятие прошло впервые за последние два года и стало юбилейным 20-м прямым эфиром с россиянами. Накануне итогов года общее количество обращений почти достигло 2 миллионов. Большинство из них были связаны с темой СВО. Владимир Путин высоко оценил успехи российских военнослужащих, а также поблагодарил волонтеров, которые собирают гуманитарные грузы. Вы знаете, конечно, государство может обойтись без этой поддержки, но остановить невозможно. Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нужным фронта, к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России. 3 миллиона писем дети направили бойцам на фронт. 3 миллиона. И вы сами знаете, как ребятам сердце это греет. Хочу всем добровольцам, всем волонтерам сказать слова благодарности. Отдельно президент остановился на развитии присоединенных к России территорий. Он подчеркнул, что в новые российские регионы будет вкладываться 1 триллион рублей ежегодно. Льготную ипотеку в новых регионах нужно распространить на вторичное жилье, поскольку пока новостроек там возводится немного. Прозвучал вопрос и о нехватке врачей в селах. Президент предложил увеличить сумму подъемных. Создание дополнительных стимулов. Если заработная плата конкурентоспособна, как вот доктор сказал, то вот что нужно сделать, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, тоже повысить первоначальные подъемные для земского доктора, для докторов до 2 миллионов рублей, а для фельдшеров до 1 миллиона рублей. Президенту задали вопрос о снижении использования иностранной валюты. Он заявил, что привязка национальной валюты к доллару чревата тяжелыми социально-экономическими проблемами. А при переходе на внутреннюю валюту государство становится более суверенным, что и происходит с Россией. При обслуживании нашего экспорта использовалось 87% иностранной валюты. 87% совокупно доллар и евро. Рубль был, по-моему, где-то 11-13%. И юань где-то 0,4%. На сентябрь этого года такая картина. Рубль 40%, юань 33%. Совокупное использование доллара и евро 24%. Было 87, стало 24. Зачем они это сделали? Это, повторяю, выстрелили себе в ногу. Владимир Путин назвал беспрецедентно высоким уровень отношений с Китаем, а также одним из существенных гарантов стабильности в мире. Ожидаемый рост товарооборота России с КНР в этом году 30%. При этом Российская Федерация и Китай не создают никаких блоков. Дружба направлена не против кого-то, а на пользу двух стран, подчеркнул президент. Студент из Санкт-Петербурга задал Владимиру Путину вопрос о том, как он относится к нейросетям и искусственному интеллекту. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Бабушку никто не заменит. Предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе там сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, предотвратить это невозможно. Предотвратить развитие невозможно. А значит, нужно возглавить. Не осталось без внимания и тема проблемы с трудовыми мигрантами. В России их свыше 10 миллионов. И не всегда они уважают традиции и законы Российской Федерации. Президент заявил, что нельзя решать экономические проблемы в ущерб коренному населению. И в России нужно создать специальный орган, который бы смотрел на проблему в комплексе и находил решение своевременно. Кроме того, из-за низкого уровня иммунизации мигрантов в стране начался всплеск кори. Есть недостаток вакцин, который президент назвал техническим сбоем и пообещал, что проблема в ближайшее время будет решена. Поставка очередной партии вакцины
вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в объеме 344 тысячи доз запланированы на 22 декабря. Ни один вопрос, заданный на пресс-конференции, не останется без внимания. Каждый из них впоследствии будет решаться при взаимодействии с главами регионов. Виктория Шара, «События». Во время прямой линии президент поднимает острые и актуальные темы, всегда очень вовлечен в проблемы населения. Все вопросы, заданные жителями Самарской области, будут отработаны. Самое важное, с чего, собственно, начал президент, это укрепление суверенитета страны. Существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет, сказал президент. Полностью согласен с главой государства. И Самарская область, как опорный регион страны, вносит свой вклад в укрепление суверенитета. Скорейшее приближение победы, подчеркнул Дмитрий Азаров. По традиции, в ходе прямой линии, Владимир Владимирович ответил на все вопросы, которые волнуют людей, и глобальные, и частного характера. Наш президент глубоко понимает чаяния россиян, их тревоги. Все граждане нашей страны, чьи вопросы были заданы, получили исчерпывающие ответы, а поддержка там, где она требуется, будет оказана. Глава Самары прокомментировала прямую линию президента Владимира Путина. Мэр города отметила, что это событие каждый год ждут миллионы россиян. Как уже традиционно заведено, Владимир Владимирович озвучил в своем интервью, в своих ответах на вопросы абсолютно все сферы жизни, это и политической, и экономической, касались вопросы региональной политики, муниципальной политики, безусловно, экономики, международной политики, многих-многих других вопросов. И, как всегда, Владимир Владимирович был убедителен, отвечал на вопросы очень подробно, очень интересно. Глава Самары Елена Лапушкина обсудила с жителями Красноглинского района транспортную доступность этой части города. Во время встречи, которая прошла совместно с представителями профильного департамента и предприятия-перевозчика, озвучили информацию, что в Самаре во второй половине декабря появится новый автобусный маршрут номер 84, который свяжет центр города и Красноглинский район. Подробности об этом и другие детали узнала наша съемочная группа. Красноглинский район в последние годы – одна из самых густонаселенных территорий города. Ежедневно тысячи людей пользуются здесь общественным транспортом. Доступность этой части Самары стала ключевой темой во время встречи главы города Елены Лапушкиной с жителями. Они считают, что недобросовестная работа автобусов возникла из-за действия персонала. Его на линии явно не хватает. Из-за этого подвижной состав часто задерживается или вовсе не выходит в рейс. Объективными причинами для нас является серьезный кадровый голод. У нас реально не хватает водителей, кондукторов. Это связано тоже с многими причинами. Кто из людей работает, понимает, что кадровый голод касается сейчас абсолютно всех отраслей, начиная от государственной службы и заканчивая стройками. Не минула эта участь и наших перевозчиков. Среди других причин – инфраструктура предприятия-перевозчика сильно износилась. Средств, которые компания получает от продажи билетов, не хватает. Чтобы улучшить ситуацию, в городе планомерно начинают вводить оплату по новому для Самары формату – транспортной работы. Это так называемые брутто-контракты. Это оплата рейсов. Вот вышел автобус в рейс, перевез на одного пассажира. Он получил ровно столько, сколько должен получить за рейс. От этого есть возможность соблюдать интервалы, соблюдать рейсы, и у нас, как у муниципалитета, есть возможность жестко контролировать перевозчиков. Появляются серьезные штрафные санкции за невыход того или иного маршрута, за невыход того или иного автобуса в рейс. В пилотном режиме такую систему ранее запустили на двух маршрутах под номерами 3 и 13, а также на садово-дачных перевозках. Формат уже показал хорошие результаты. И со следующего года брутоконтракты введут еще и на некоторых маршрутах в Куйбышевском районе. В планах реализовать такой тариф и в Красноглинском. Ну а пока что здесь в ближайшем будущем для улучшения обстановки с перевозками введут новый автобусный маршрут, номер 84. Мы в этом месяце уже запускаем еще один маршрут 84. Это будет маршрут, который будет ходить по нерегулируемому тарифу, который будет ходить от Батайской до железнодорожного вокзала. Вот, то есть это, в этом году мы уже запускаем такой маршрут. Поэтому для жителей Управленческого, Красной Глинки. Департамент транспорта регулярно работает с жителями города по вопросам улучшения транспортной доступности. По просьбам заводчан ранее скорректировали утреннее расписание маршрута номер 50 в сторону Красной Глинки, изменили время вечернего отправления автобуса номер 51 от станции метро Кировская, а в утренние и вечерние часы автобусный маршрут номер 51 следует до проходной завода ОДК «Кузнецов» в поселке Управленческий. Вопрос работы общественного транспорта остается на постоянном контроле главы Самары Елены Лапушкиной. В ближайшее время вместе с компетентными
органами, власти города проработают все жалобы, которые оставляют жители разных районов, и будут найдены новые решения для улучшения работы автопарка. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Здание по Красноармейской 60, в котором произошел пожар в марте 2023 года, продолжают приводить в порядок. На данный момент строители уже завершили монтаж чердачных перекрытий, залили стены фундамента в кухнях. Сейчас на объект завозят материалы для восстановления стропельной системы кровли. Анатолий Головко пообщался с собственниками квартир и представителями городских властей, чтобы узнать, когда ремонт в доме Челышова выйдет на финишную прямую. На постоянном контроле у главы города в здании по Красноармейской 60, пострадавшем в результате крупного пожара весной этого года, ни на день не утихает работа. Накануне представители городских властей, фонда капитального ремонта и подрядной организации встретились с собственниками квартир дома Челышева в администрации Самары. На данный момент по муниципальному контракту с департаментом городского хозяйства и экологии строители восстанавливают межэтажные перекрытия, внутренние стены и перегородки, входные группы и инженерные коммуникации. Эти работы выполнены на 90%. Систему отопления восстановили полностью. Подрядчик, работающий по контракту с фондом капитального ремонта, занимается монтажом крыши и чердачных перекрытий. Перекрытие чердачное у нас закончено на 100%. Межэтажное перекрытие у нас закончено на 98%. То есть осталось там пару штрихов. По кухням стены фундамента залиты. Сделана обратная засыпка. То есть сейчас возводятся уже стены. Вот начали. И уже сейчас завозим материал, то есть на крышу, именно на стропильную систему. Все это буквально вот со дня на день будет завезен материал, и будем начинать уже монтировать крышу. Строители стараются оперативно решать все вопросы и исправлять замечания, которые возникают у жителей. Что меня порадовало, во-первых, в самой встрече, это то, что у жителей этого дома, к счастью, не было никаких претензий к строительным организациям. Все идет по плану. Сам по себе разговор достаточно был интересный, потому что некоторые проблемы, которые уже не касались непосредственно ремонта, но волновали жителей, они тоже были обсуждены. И мне кажется, и жители были благодарны за то, что эта встреча была организована. Нас интересует после всего этого, насколько нам все это восстановит. Потому что мы были в неведении. Поэтому у нас сейчас была встреча, на которой нам ясно и четко разъяснили, как и по какому алгоритму будет все это делаться. Вопрос о полном заселении жителей в квартиры будут поднимать после завершения всех работ по монтажу кровли. Это планируют сделать осенью 2024 года. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. В Самаре в период новогодних праздников будут усилены меры безопасности. Об этом говорили на заседании антитеррористической комиссии под руководством главы города Елены Лапушкиной. В совещании приняли участие прокурор города Самары Артем Ярыгин, представители полиции, Росгвардии, МЧС, руководитель профильных департаментов городской администрации. В преддверии новогодних праздников важным вопросом является обеспечение безопасности объектов и места массового пребывания людей на территории города, а также готовность оперативных служб. Напомним, что в этом году на площади имени Куйбышева будет организовано устройство новогоднего комплекса, два катка, а также площадки для активного досуга, зимние забавы и торговые точки. На всех объектах массового пребывания людей установлены информационные стенды со схемами эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации, а также актуальными телефонами экстренных служб и органов правопорядка. Обеспечение безопасности организовано в соответствии с требованиями законодательства в сфере антитеррористической защищенности. Сотрудники полиции, ДНД будут выставляться в усиленном режиме. Наряды будут работать в том числе и в новогоднюю ночь на площади Куйбышева. Но также будут усиленные патрули, в том числе и в районах, где будут выставляться елки на площадях. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре 15 декабря начнут свою работу елочные базары. В администрации города сообщили, что в этом году в разных районах откроются 155 точек продажи хвойных деревьев. Жители города смогут купить новогодние елки в местах, оформленных в едином стиле. О том, что это санкционированная елочная ярмарка, будут указывать яркая вывеска и деревянный забор по периметру торгового ряда. У продавца елочного базара должен быть весь пакет документов. Договор на осуществление торговли, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, копия товарной накладной, подтверждающая приобретение хвойного дерева в лесхозе, отметили в администрации Самары.
В Госдуме отреагировали на возмущение россиян по поводу завышенных цен на такси. Агрегаторам такси могут на законодательном уровне запретить взвинчивать цены для пассажиров в условиях непогоды. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил ограничить предельную стоимость услуг аккредитованных перевозчиков на время экстремальной и неблагоприятной погоды. Подобное предложение он направил в Минтранс. В Самаре многие горожане мечтают отметить свой 90-летний юбилей. По данным специалистов, желаемая продолжительность жизни в регионе выросла с 85 лет до 91 года. При этом многие опрошенные хотели бы выйти на пенсию гораздо раньше. 33% респондентов мечтают дожить до 100 лет и более. Еще 5% нацелились на рекорд – до 120 и более лет. Аналитики отмечают, что только 22% опрошенных считают достаточным возраст от 80 до 89 лет. Также многие горожане рассказали, что хотели бы выйти на пенсию не позднее 60 лет. В Крутых Ключах Самары сделают новую автобусную остановку. Она появится между памятником танку Т-34 и храмом Сретения Господня на улице Мира. Там проходят маршруты автобусов 67, 123, 305D и 368. О новом остановочном пункте просили жители. Сроки установки новой транспортной локации пока не называются, сообщили в Дептрансе города. В Тольятти телефонный мошенник украл у жителей более 800 тысяч рублей. Злоумышленник обманул семерых местных жителей. Мужчина приезжал к пожилым гражданам по указанию сообщника и забирал у них деньги, предназначенные для урегулирования происшествий, случившихся с их родственниками. Подсудимый вернул каждому потерпевшему по 50 тысяч рублей. Мужчину приговорили к принудительным работам на 2,5 года. Открытый урок по налоговой грамотности. Старшеклассники 41-й самарской школы побывали на экскурсии в Федеральной налоговой службе региона. Мероприятие прошло в рамках открытых уроков «Основы налоговой грамотности» и всероссийского проекта «Юнга». Только за последнее время подобных уроков в самарских школах состоялось более 200. В них приняли участие около 7 тысяч школьников и студентов. С подробностями Елена Чернявская. Больше, чем экскурсия. Так называется новый профориентационный проект УФНС России по Самарской области. В интерактивной форме сотрудники регионального налогового ведомства познакомили школьников с такими понятиями, как доход, налог, право. Рассказали о том, как казну пополняли 500 лет назад и как работает система сегодня. Эти мальчишки и девчонки пока еще самостоятельно не оплачивают налоги, но знакомятся с налоговой службой уже сейчас. Может быть, для кого-то из них это станет отправной точкой в выборе профессии. Сама культура, само отношение к налогам, к уплате налогов, понимание, зачем именно это делается, делает, мне кажется, этот процесс более осознанным, ну и значимым для каждого из нас. Инспекции уже проводят подобные встречи, и мне кажется, они заходят, что называется, поэтому надеюсь, что превратится в добрую традицию. В центре внимания не осталась и тема налоговой грамотности. Школьники оценили преимущество заполнения налоговой декларации в 2 клика онлайн с помощью личного кабинета налогоплательщика. Молодым людям разъяснили, какой экономический эффект скрыт за кассовым чеком, маркировкой товаров и кассовой реформой в целом. На что идут налоги и почему их нужно оплачивать в срок и не копить долги. Самозанятым можно зарегистрироваться с 14-летнего возраста. Условием обязательным является согласие родителей. Ну и, соответственно, те дети, которые к нам сегодня придут, уже с успехом могут регистрироваться в качестве самозанятых. А еще на конкретных примерах сотрудники налоговой службы объяснили подрастающему поколению, как своевременная оплата налогов помогает нашему государству быть сильным и независимым, влияет на выплату пенсии и заработной платы, на строительство и ремонт дорог, больниц и школ. Так считает ученица 9 класса Вероника Хуртина. Для нее эта встреча оказалась очень полезной. Девушка узнала много нового о налогах. Платить налоги очень важно, ведь эти средства помогают финансировать различные общественные услуги. Благодаря налогам мы можем получать хорошее качественное образование, медицинскую помощь и другие необходимые услуги. Это очень важно для нас в будущем, ведь мы сможем грамотно использовать эти знания. Обсудили со школьниками один из самых масштабных цифровых проектов налоговой службы. С чего начать карьеру в налоговых органах? В формате «Вопрос-ответ» рассказали о правовых основах и специфике государственной гражданской службы в налоговых органах, кадровые проекты ФНС России. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. В Самаре проходит цикл встреч со студентами в рамках проекта «Устремленный в будущее. Диалог поколений». Организаторами просветительской акции являются Клуб почетных граждан Самарской области и Поволжский историко-культурный фонд. В педагогическом университете студенты посмотрели и обсудили фильм «Женщина Алтая». Подробнее в нашем сюжете.
Студенты-филологи педагогического университета присутствовали на необычной паре. Они смотрели фильм «Женщины Алтая». Эта документальная картина участвовала в фестивале «Соль земли». Фильм о женщинах, чьи судьбы связаны с сильнейшими природными местами Алтая. О том, как выражена любовь к своему краю и о силе слова, студенты могли порассуждать с доктором филологических наук Михаилом Перепелкиным. Сегодняшним молодым людям, студенты, которые сегодня этот фильм будут смотреть, вот это чувство любви, умение рассказать об этом, умение, ну, как-то вот сосредоточиться на этом, как на чем-то главном, это, может быть, самое необходимое сегодня. Этот кинопоказ прошел в рамках проекта «Устремленные в будущее. Диалог поколений». Его организовали Клуб почетных граждан Самарской области и Поволжский историко-культурный фонд. Задача проекта – проведение диалога с молодыми людьми на важные темы, такие как любовь к родине, уважение к отечественной культуре и истории. Также проект дает возможность молодежи узнать истории жизни почетных граждан региона и вдохновиться ими для своих свершений. Передача именно жизненного опыта от старшему к поколению к младшему поколению – это очень важная составляющая воспитания, как мы считаем, потому что такие люди – аксакалы, да, люди, которые достигли определенного уровня своих профессий, в своей профессии, они просто должны и обязаны делиться с молодым поколением, чтобы они могли на них равняться и черпать какие-то идеи и энергию. В Самаре уже состоялось около 20 подобных встреч. Среди участников были не только студенты, но и школьники. Этот проект продолжит свою работу, поскольку у организаторов накопилось большое количество фильмов, роликов и биографических материалов, которыми нужно поделиться с молодыми людьми. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. В Национальном парке Самарская Лука 14 декабря открылся зимник. Это сезонный туристический маршрут протяженностью 74 километра. В нацпарке пояснили, что временный лесной маршрут «Белые домики. Село Шелехметь» будет действовать до 15 марта. На прохождение этой автомобильной временной трассы требуется примерно 2 часа. Жители Рождественной и других населенных пунктов на этой территории, в том числе владельцы недвижимости, могут передвигаться по зимнику свободно на основании документов, подтверждающих регистрацию или наличие собственности. Для другого транспорта путешествие по особо охраняемой природной территории по зимнему маршруту возможно на основании разрешительных документов, которые можно оформить в администрации нацпарка или на его сайте, а также в конторах участковых лесничеств. Для транспорта оперативных и аварийных служб разрешения не нужно. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Продолжаются работы по устранению разрушений на проезжих частях литым асфальтом, говорится в телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии. Литой асфальт дорожники используют при ликвидации локальных дефектов. Работать с ним можно даже когда на улице до минус 15 градусов. Прежде всего устраняются дефекты, которые могут повлиять на обеспечение безопасности дорожного движения. В первоочередном порядке данный вид ремонта выполняется на дорогах второй и третьей категорий с интенсивным движением, где пролегают маршруты общественного транспорта, а также на покрытии тех мостов и путепроводов. В музее имени Алабина открылась выставка «Хлебная лихорадка», сообщают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Она посвящена тому, как зерновая индустрия в 19 веке сделала Самару крупным и богатым городом, а Самарскую губернию – краем пшеничных полей. Посетители увидели мельницы, элеваторы и амбары в соразмерном человеку масштабе. Проект реализуется победителем конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» благотворительного фонда Владимира Потанина. Содержание и ремонт жилого фонда, восстановление асфальтового покрытия – эти темы обсудили в администрации Самарского района на личном приеме граждан. Совместно с представителями заинтересованных служб и жителями рассмотрели вопросы и выработали пути их совместного решения, говорится в телеграм-канале. Все вопросы взял на контроль глава Самарского внутригородского района Роман Радюков. Новое мобильное приложение ГИС ЖКХ «Госуслуги Дом» поможет собственникам квартир решать все вопросы ЖКХ через смартфон, напоминают в телеграм-канале промышленного района. Для работы потребуется учетная запись госуслуг. Через приложение удобно изучать отчет о работе управляющей организации за прошедший год. Ссылка для скачивания мобильного приложения опубликована в телеграм-канале района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи!